Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Накануне большой воды в Рязани провели учебную эвакуацию на случай половодья. Рейд по таксистам, кто перевозит пассажиров без лицензии. Подарили вторую жизнь. Спасенную из пожара девочку выписали из ОДКБ. Что день грядущий нам готовит, расскажем погоду на неделю. Все ближе масштабное таяние снегов. Апрель, по прогнозам синоптиков, обещает быть жарким, а значит, не исключен приход большой воды. Рязанские спасатели уже в полной боевой готовности. В Борках они провели учебную эвакуацию на случай половодья. По легенде, затопило школу номер 29. Для ликвидации последствий выдвинулась специальная колонна оперативного штаба. Максим Васильев продолжит. Борки, раннее утро, оперативная водная весенним паводком затопила 29-ю школу. Короткое совещание и в путь. Внимание, говорит управление ГУЧС города Рязани. Проводится тренировка по эвакуации школы номер 29 при угрозе подтопления. Выдвигается оперативная группа. Оценка угрозы на месте однозначна. Нужна эвакуация детей. Автобусы стройным рядом уже здесь. Понятно, что такое количество техники может напугать кого угодно. Поэтому для особо впечатлительных особое разъяснение. Уважаемые горожане, поселка Борки, проводится тренировка по эвакуации. Просим соблюдать спокойствие. Тем временем в городе на базе детского дворца творчества уже развернут пункт временного размещения. Здесь спасатели проверили укомплектованность мобильного пункта оборудованием. Данный пункт временного размещения населения укомплектован предметом первой необходимости и спальными местами для размещения здесь до 50 человек, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Медицинский кабинет, детская и даже кабинет психологической помощи. Это все должно работать в случае ЧС как часы. Пункт горячего питания в связке. Мы находимся на улице Электрозаводская, в столовой муниципального предприятия «Детское питание». Здесь в случае необходимости будет развернуто питание пострадавших в количестве 100 человек. Почти 400 человек личного состава, 130 единиц техники, в том числе две лодки для организации переправ в поселок Борки и еще две для подвоза дежурных смен. Если нужна эвакуация, в резерве 40 автобусов, 2 грузовика для перевозки имущества пострадавших. На бумаге это выглядит внушительно. В реальности надо быть готовым к любым неожиданностям. Для этого и нужны тренировки. Все-таки весеннее половодье уже не за горами. Максим Васильев, телекомпания «Город». Прошедшие выходные дни в Рязанской области не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. В некоторых из них пострадали люди. Еще больше аварий произошло с причинением материального ущерба автовладельцам. Анна Герцовская расскажет больше. За последний рабочий день и прошедшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы. 20 марта примерно в 21 час в Ряжском районе произошло столкновение 2 легковых автомобилей. По предварительной информации, 28-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Ауди», допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Дорожно-транспортном происшествии травмы получили оба водителя. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту случившегося проводится проверка. Кроме того, в регионе были зарегистрированы аварии с причинением материального ущерба, а также другие нарушения. В области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 35 водителей в состоянии опьянения. Кроме того, на территории региона выявлено 11 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и 73 нарушения пешеходами. Выдано 6 предписаний на устранение выявленных недостатков содержания уличной дорожной сети. Сотрудники госавтоинспекции Рязанской области напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны при выезде на дорогу. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В преддверии Дня таксиста сотрудники полиции сделали необычный подарок. Совместно с Министерством транспорта они провели рейд. Выявляли таксистов, которые работают без документов. И такие нашлись. На данный момент совершать административное правонарушение со стороны Минтранспорта, так сказать, перевод пассажира на необорудованные транспортные средства. Первые минуты рейда и уже есть нарушитель. Остановили водителя, известного в сети агрегатора, притом уже с пассажиром. Путевого листа у водителя нет, специального разрешения тоже. Как мужчина осуществляет перевозку, инспекторам непонятно. Теперь водителю грозит штраф.
В отношении лиц, осуществивших незаконную перевозку пассажиров, составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 и части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях, которые в последующем направлены на рассмотрение и принятие решения в суд Московского района. Рейд продолжается и снова нарушитель. Новый водитель рассказал, что везет совсем не клиента, а старого знакомого. Правда, как зовут друга, не знает. Как итог, сотрудник правоохранительных органов заполняет новый протокол. Выявлены два факта перевозки пассажиров без специального разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя юридического лица. Для таких нарушителей в правоохранительных органах отдельная папка есть. Называется «Такси без лицензии». За рейд она пополнилась еще двумя фамилиями. А транспортные средства этих нарушителей отправлены на штрафстоянку. Валерий Седов, Олеся Котровская, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Девочку, которая выжила в страшном пожаре в Никуличах, выписали из областной детской клинической больницы. Она находилась там почти 3 месяца. На выписку поздравить ребенка пришли спасатели МЧС. 8-летняя Варя принимает поздравления. Сегодня ее выписывают. Среди тех, кто пришел поздравить с выздоровлением, огнеборец Игорь Клюев, который вынес ее из горящего дома. 29 декабря в Никуличах вспыхнул пожар в 2-этажном доме. К сожалению, спасти родителей Вари и ее 2 маленьких братьев не удалось. Когда я взял Варю, соответственно, на руки пошевелил, то есть она захрипела. Я услышал, то есть, признаки жизни. Одел на нее спасательное устройство и на руках вынес, соответственно, на улицу. С своим пожарным Сергеем, где Сергей дальше оказывал ей уже искусственное дыхание, делал у соседей напротив на улице. В дальнейшем мы поддерживали связь уже с бабушкой, потом с Варей с самой разговаривали. Постоянно ждали этой выписки, когда я ее увижу. Все равно же я ее не запомнил, как она выглядит, как что. Но она молодец, конечно, молодец. Боролась до последнего и, соответственно, в связи с этим и выжила. Сразу после пожара Варю доставили в больницу с ожогами ног и отравлением продуктами горения. По словам медиков, чтобы спасти ребенка, пришлось проводить операцию по пересадке кожи. Лечение заняло почти 3 месяца. На момент поступления и первые 2 недели пребывания в стационаре она не разговаривала, молчала. То есть у нее на фоне стресса плюс еще воздействие угарного газа достаточно серьезные гипоксические изменения возникли в центральной нервной системе. Поэтому это нам удалось все преодолеть. Мы смогли это все сделать. А ребенок сейчас у нас абсолютно социализирован, он активен, он разговаривает, он интересуется жизнью, он, как свойственно любому здоровому ребенку, радостный, счастливый, и у него все хорошо. Длительное лечение и реабилитация. Варя пережила множество процедур и перевязок. Она снова училась ходить, говорить и радоваться жизни. Девочка рассказала, что планирует сделать в ближайшее время. Я хочу пожелать, что спасибо, что они меня вылечили. И огромное спасибо. Я хочу всех друзей повидать. Сотрудники МЧС, подарившие девочке вторую жизнь, пообещали не оставлять ее одну. Официально опекать ее будет бабушка. Но Варя сегодня точно знает, что у нее есть еще ангелы-хранители в погонах. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Строгую логику и жесткую последовательность алгоритмов она променяла на свободу творчества. Юлия Старченкова, дипломированный инженер и программист, всегда любила рисовать. И однажды эта любовь взяла верх. В связи с чем мы можем любоваться графикой художницы, которая не побоялась изменить свою жизнь, оставила работу и поступила в художественное училище. Сдержанность и матовая глубина угля. Графика отличается философичностью, работой с тоном, вдумчивостью. Юлия Старченкова, автор новой выставки, открывшейся в Приобанке, яркости красок предпочитает именно спокойствие угля. Между тем, разнообразие палитры мастера удивляет. Бескомпромиссный черный, глубокий темно-серый, смягченный полутонами серебристый, прозрачно-жемчужный, плотный молочно-белый. К углю я пришла из живописи. Каждый раз, когда я начинала живописную работу на холсте, то есть там можно либо углем делать подготовительный рисунок, либо маслом. Я всегда выбирала уголь, и в процессе мне так понравилось работать углем по холсту. Мне казался он таким мягким, таким живописным. Там можно столько всего добиться. Именно поэтому у меня любовь к фактурному. Можно посмотреть, что вся бумага здесь – это акварельная бумага, либо картон.
Вдохновить на создание картины Юлию, по ее признанию, может и реальный пленэр, и красивая фотография. Юлия – неоднократный победитель и лауреат конкурса «Мой край задумчивый и нежный». Для него художница писала хорошо знакомые жителю средней полосы места. А вот для проекта «Арт-география» референсы она находит на снимках. Так в ее картинах появились, например, горы. Сюда вошла графика, выполненная мной в основном в период нашего карантинного года, когда мы сидели дома. То есть основные работы – это 20-й наш год, когда я путешествовала. Единственное что, только по фотографиям, по видео каким-то в интернете. Вот, и выбирала, что мне нравится. У меня была одна моя мечта – это попутешествовать по нашей России. Я подумала, что хорошее время попутешествовать виртуально и подобрать себе места, которые я бы посетила когда-нибудь потом. То есть я думала, что вот в этой области я вот в это место хочу посетить, в этой. И эти места я решила нарисовать. То есть некоторые места я рисовала, как они были на фотографиях. Серия работ «Прикосновение души» была написана специально для выставки в Германии. Получилась она немного сказочной, несмотря на выбранный для создания материал. Романтизмом 19 века веет от миниатюр. Можно увидеть на выставке и две работы, посвященные античному мифу о Золотом Руне. Путешествие вслед за фантазией Юлии Старченковой продлится в галерее при Внешторбанка до 20 апреля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На Руси считалось, что именно во время весеннего равноденствия прилетают из теплых стран жаворонки, а за ними и все перелетные птицы. Считалось, что 22 марта весна окончательно сменяла зиму. Почувствуем ли мы дыхание весны, расскажут синоптики. Праздник жаворонки 22 марта известен в народе еще и как сороки. Но название это вовсе не в честь птиц сорок, а в честь 40 мучеников севастийских, чья память празднуется как раз сегодня. Эти 40 мучеников были казнены за веру, благодаря чему вошли в историю. Из-за такого совпадения православного и народного праздников даже родилась поговорка «Жаворонок за собой 40 птиц привел». Соответствует ли погода весенним приметам в этом году? На предстоящей неделе в нашем регионе прогнозируется долгожданная весенняя погода. Существенных осадков не ожидается, кроме как понедельника, воздух постепенно начнет прогреваться. Особенно в дневные часы, за счет солнца, учитывая, что продолжительность светлого времени достигла равенства с темным временем суток. С праздником жаворонки связаны разные погодные приметы. Если после 22 марта еще 40 дней по утрам будет морозно, можно ждать жаркого лета. Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне, ждать холодного лета. Определить погоду на Пасху помогала такая примета. Если в праздник жаворонки выпадает снег, пасхальная неделя, скорее всего, будет холодной. Если же в этот день стоит сухая погода, на Пасху тоже не будет дождя. А вот синоптики предвещают нам чуть более близкие к празднику погодные условия. В первой половине недели по ночам пока сохраняется морозы до -4-9 градусов, из-за чего на дорогах и тротуарах скользко, местами гололедица и наледь. Днем 0+5 градусов. А вот к концу недели среднесуточная температура воздуха перейдет к положительным значениям. Начнется настоящая метеорологическая весна. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -5, а днем ожидается до 9 градусов тепла. Снежный покров стремительно будет сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.